зовут Кириченко Елизавета Александровна. Я диспетчер безопасного города. Сегодня я вам вкратце расскажу, на что направлена система безопасного города. На предупреждение, спасение и помощь. В нашей системе есть машины скорой помощи, которые мы отслеживаем. То есть поступает вызов, и мы можем наблюдать, в какой точке находится машина скорой помощи. Также в случае пожарной сигнализации нам на компьютер попадает сигнал о том, что, допустим, в садике номер 48 сработала пожарная сигнализация, и мы направляем пожарную часть. С 1 декабря мы работаем в опытной эксплуатации.